Всем привет. Так, выдвигаюсь на одну спасательную операцию. Случилась сегодня очень такая неприятная история. Сломалась моя главная техничка, Passat B3, где-то в 10 километрах от дома. Вот, вырвала шаровую опору. Ну, такой немножко неприятный момент. Как бы несколько раз пробовал ее поставить, но безуспешно. Проезжаешь буквально несколько метров, все вырывает. Поэтому добрался с друзьями домой, вот, взял необходимый инструмент, заехал в магазин, купил новые шаровые, вот, сейчас выдвигаюсь на место, буду это все дело менять, чтобы до темноты успеть, как бы машинка стоит в таком не очень благополучном районе, скажем так, деревне, поэтому надо успеть до темноты. Поеду пока один, потом вернусь за товарищем, как бы пригоним уже ее, если сделаю. Так что погнали. Так что едем на Мерсике, пока он остался единственной дизельной машиной в строю. Ну, пусть такой довольно не близкий, поедем по полю. Так, едем через поле. Да, вон в соседнюю деревню, порядка 10 километров. Вот, ладно, приеду на место, включусь, посмотрим, как там наш пасек. Такая вот дорожка к нашему Пассату, блин, даже Мерседесу здесь не очень комфортно, но ничего, прорываемся. Что, подъезжаем, вот у нас бедолашка, колеса в разные стороны, что вот так его завернуло, получается, вот вырвало шарову, выскочила полуось. Ну, естественно, пыльник я снял, когда были попытки поставить это все дело на место. Вот, так что, как-то так, ладно. Штатив ничего не брал. Вот, буду показывать что-то по мере продвижения. Так, берем инструмент, работаем. Так, ну что, сняло колесо. Такая вот печаль, беда. Шаровая довольно древняя. Не знаю, как ползут эти болты. Вот. Буду сейчас горелкой пытаться прогревать. Конечно, сам не доглядел. В принципе, Passat используется только по необходимости. Редко, но забивать на подвеску не стоит. Ладно, работаем. Горелка, конечно, рулит. Погрел я эти три болта. Три гайки в старой шаровой. Все открутилось без проблем. Не было бы горелки. Это вековые болты, которые уржавели насмерть. Не пошли бы так легко. Так, ну что, пока особых проблем не было. Сейчас нам предстоит выдернуть вот этот вот шаровый палец этого поворотного кулака. Так, ну что, думал, будет хуже, но получилось, в принципе, как получилось. Где-то минут 40 я провел в разборке. Конечно, газовая горелка рулит, без нее я бы здесь ничего не сделал, в этом Пассате. Неизвестно, сколько здесь это все не менялось дело. Вот он у меня уже 2 года до меня. Вот, собственно говоря, старая шаровая. Такая вот. Так что, в принципе, все, отделались, как говорится, малой кровью. Сейчас буду закидывать новую. Ставлю полуось. Шрусы собираю, машинку. Уже вечереет, в принципе. Вот. Ну, в любом случае, не повторяйте о моих ошибках. Всегда уделяйте внимание подвеске. Это наша жизнь на будущее. Как говорится, все откладываешь, откладываешь. Но этого делать не стоит. Ладно, ребята. Собираю в кучу подвеску, ставлю на место это все дело,
и будем потиху собирать наш автомобильчик. В принципе, Passat есть Passat, как УАЗик в полевых условиях. Вон на песке, с минимум инструментов, все чинится. Вот, так что как-то так. Ну что, дело пошло веселее, конечно, новые запчасти. С новой запчасти поставил я шарову, пыльник, промыл шлюз, заложил, промыл, вернее, половые шлицы, заложил смазочки. Все, собираю дальше стойку, ставлю поворотный кулак. Так, ну что, все закончено, все собрал. Шаровая на месте, все закручено, прикручено. Так что ставим колесо, ну и будем двигаться домой. Так что как-то так, ребята, не повторяйте таких ошибок. Смотрите за своей подвеской, в частности за шаровыми, да и в целом за машинками. Всем спасибо за внимание, до новых встреч. Ну что, едем домой на пасеке. Подвезли меня ребятки. Вот, так что Passat спасен, но едет в ремонт. Все, его уже эксплуатировать реально становится опасно. И данная поломка реально может стоить жизни. Он даже сегодня, едя по этой гравеечке, реально машину завернула тут. Ну, скорость была буквально километров, наверное, 30-40. Ну, машину подбросила. Если же на трассе на такой скорости, то я думаю, что вообще будет все печально. Поэтому не стоит пренебрегать безопасностью. Как говорится, жизнь дороже. Вот. Ладно, ребята. Наконец, короче, доделал машинку. Сейчас точно прощаюсь. До новых встреч. Скоро займемся ремонтом Passatика. Тоже буду показывать, как буду варить. Хочу усилить его полностью в круг. Варить профильную трубу. Усилители. Вот. Ну, как бы машинка еще послужит. Таких уже нет и не будет. Все, всем спасибо. До новых встреч.